И в этот раз ей повезло, с ней приехала ее внучка. Она, как всегда, хочет поблагодарить организацию «Rwandos» и просто потрясающего Флерка и Ю. Спасибо за то, что принесли сюда таких замечательных животных. Сегодня ее заворожили абиссины, причем на протяжении всего дня. Этой голубой девочке больше 2 лет. Абиссины должны быть яркими кошками, но это тяжело достигнуть голубом окрасе. Но посмотрите все равно на ее окрас. И великолепный тип головы. Третья лучшая среди краткошерстных чемпионов. Очень элегантная девочка, окраса красного, ради. Потрясающий тикинг в окрасе, то есть полосочки на каждом волоске. И, конечно, очень элегантный тик. Вторая лучшая среди краткошерстных чемпионов. Нельзя, тебе сейчас выгонят. Ориентальная девочка, окраса Blue Spotted. Эта порода должна быть и должна иметь длинное тело. Посмотрите, длинное ли оно? Очень великолепный тип головы. Потрясающая форма глаз. Становится эта девочка лучшей краткошерстной чемпионкой. Это девочка молодая, порода экзотическая, окрас брантели. Она везде короткая, посмотрите. Очень милый тип головы. И хороший тип. Третья лучшая среди длинношерстных чемпионов. Это молодой биколор, окрас красный с белым. Он очень красивый молодой человек. И очень милое выражение, сладкое выражение мордочки.
Он становится вторым лучшим для нашествия чемпиона. По первому того чего? Тоже персидская. Мама не хочет идти. А это взрослый уже? Нет, это котенок. Мама не собирается. И без крышки? Что? И без... О, это первый. Что? Девочка черного окраса, персидская борода. Девочка. Ей почти 6 лет. Она очень милая. Великолепный верх головы. Потрясающий цвет глаз. Она становится лучшей для нашей чемпионки.